В составе делегации находился балет муниципальной хореографической школы «Антре». При поддержке Саратовского областного отделения Российского фонда мира и Венгерского международного фонда «Европейские диалоги» балет «Антре. 21 век» выступил на 4-м международном фестивале «За будущее Европы-2000». Этот фестиваль считается национальной гордостью Венгрии. В нем приняли участие более 2000 артистов из 27 стран Европы. Выступление саратовцев было на высшем уровне, и, пожалуй, главной наградой для них стало участие в церемонии закрытия фестиваля. Ведь из нескольких сотен для нее были отобраны лишь 10 коллективов. Ну, о самом фестивале расскажут участники. Фестиваль очень интересный, 12 лет он уже существует. Есть такой человек необычный, Фаркаш Габар, который посвятил свою жизнь вот именно этому фестивалю. Фестиваль знаменитый, национальное достояние Венгрии считается. Главное, наверное, впечатление мое о том, что люди могут жить для удовольствия просто. И делать очень большие вещи для удовольствия детей. Там просто съезжаются коллективы, да, детский фестиваль, коллективы с разных стран. И просто отдыхают и показывают те номера, которые приняты у них как бы в стране. Все происходило на центральной площади, там стояла большая сцена, на ней работали коллективы, и перед сценой стояли стулья, на которые спокойно могли прийти любые зрители, сесть и посмотреть программу. Самые интересные, какие у нас спектакли есть, это мы туда возили игры и танцор на краю времени. И так как там детский фестиваль, то нужны были танцы такие заводные более-менее. Вот. И у нас два очень хороших танца, вот испанский и шторм. После испанского танца, когда мы танцевали его не в конце фестиваля, а вот в нашей программе, все подходили, причем на разных языках, говорили, что фламенко там превосходно, великолепно, он всем очень понравился, все были вообще в диком восторге. Люди очень доброжелательные, постоянно улыбаются. То есть, если ты идешь и видишь человека, встречаешься с ним взглядом, ты обязательно должен ему улыбнуться, он тебе ответит этим. С нами была женщина-экскурсовод, там, ее звали Агнаш. И когда мы приехали, она сначала спросила, почему девочки такие серьезные, почему не улыбаются. Так что... Шестой раз и впервые право выступить на нем получил саратовский коллектив. Современный балет для европейцев – диковинку. Тем более, что основную программу фестиваля «Будущее Европы» составляют народные танцы. «Антре» произвел фурор. Во всяком случае, так говорят сами участники. Ну, они там очень хорошо выступили, очень хорошо принимали. Почти так же, как свой собственный венгерский коллектив. Очень много ревели трибуны, прям буквально. Ходить по городу с ними было очень трудно. И на них все смотрели, все улыбались. Ресторан, в котором их там кормили, выходили. А он находится между сценой и между гостиницей, в которой мы жили. Выходили все метродотели, официанты, махали руками. То есть было очень приятно. Это первый выезд саратовского танцевального коллектива за границу. Скорее всего, не последний. Национальная школа танцев в Будапеште предложила саратовцам сотрудничать. Помимо непосредственных выступлений на венгерской сцене, 10 саратовских балерин отдохнули в Кичкемете по полной программе. Благо, что обстановка к этому располагала. Ой, ну мы очень много чем занимались. Мы ходили по магазинам, рассматривали, опять же, какие-то древние орнаменты, архитектуру. Просто гуляли по городу. Ну, научились говорить спасибо, кесунам, не за что, севашен. И вот мне запомнилось на дверях у них там талми. Да, от себя толкать и хазни на себя толкать. Мы имеем море впечатлений.